Добрый субботний день, уважаемые зрители канала и подписчики. Не прошло и полгода, как говорится, и мы снова в эфире. Наверное, я бы, может быть, и не решилась на очередное видео, если бы не переехал сюда мой дорогой и любимый Степочка. Поэтому благодаря ему сегодня очередное видео. И если вы помните, вчера я написала статью о том, как Степа прошел первую неделю в школе. И чтобы не быть на один день меньше. 4 дня в школе, первая учебная неделя. И благодаря этому... я рассказывала в статье, что заметила я. Теперь хотелось бы, чтобы не быть голословной, Степа поделился своими впечатлениями и рассказал, как говорится, из первых уст. Степ, тебе слово. Эта школа отличается от той школы, в которой был я. Она всем отличается. Ну, приведи примеры, может быть, какие-то, ну, для сравнения. Например, в той школе, в белорусской, когда, например, там нет таких сложных предметов. Угу. Тут нет таких сложных предметов, как там, в Беларуси. Угу. Например, нет русского. Угу. Потому что это финская школа. Ну да. Нет таких сложных предметов. И задания домашнего мало. Угу. А что тебе понравилось? Может быть, как учат, как, ну, про учительницу, про детей расскажи, может, немножко. Я сначала расскажу про школу. Школа очень просторная. И дети каждую перемену уходят на улицу, на коньки кататься. Кстати, меня там даже на коньках научили кататься. За 2 дня. Супер. Вот. Там не около. Там в моем классе дед человек 12. Угу. Некоторых нет. Одна девочка через неделю уедет в другую школу. Вот. Учительница хорошая. Вот. Еще. Ну, может быть, ты можешь привести примеры заданий, какие вы делаете. Ну, что тебе нравится? Например, на уроке в пятницу, вчера, то есть, у нас был такой урок, где нам опускали штуку. Проектор. Проектор. Угу. Вот. И показывали, как делать задания, задавали нам вопросы. Вот. А тебе трудно из-за того, что ты, например, не понимаешь финского? Нет. Если ты не понимаешь финского, ничего. Ты слушаешь то, что говорят другие, что-то запоминаешь, что-то даже, может, немножко понимаешь. Угу. Я знаю, что ты занимался на компьютерах. Расскажи, пожалуйста, какие ты задания делал на компьютере, когда сидел в отдельном кабинетике. Есть специальный сайт, даже 2 нам дали. Первый там, где идут мультики на финском. Они очень хорошо учат детей финскому. Еще один сайт, где там какой-то район, много домиков. Где там, например, заходишь в первый дом, и там много предметов. И указываю предмет свои задания. В самом низу, где дверь, там задания самые легкие. Там, например, тебе говорится какое-то слово, и дается 4 буквы. И ты должен кликнуть на такую букву, с которой начинается это слово. И потом все сложнее и сложнее. Отлично. А тебе нравится, что вы много времени проводите на улице? Да.
Почему? На улице сейчас зимой хорошо. Солнце, снег, уже тает, начинает. Но он еще упадет. И что вы делаете? Вот мне просто интересно, потому что я же только один день с тобой была. Что вы делаете на переменках? Ну, на улице. На улице? Угу. Все, что хочу. Например, во что-то играем. Угу. На качелях можно покататься, футбол поиграть. Отлично. Там, кстати, можно брать любые предметы. Например, там в коридорчике есть, например, хоккей. Угу. Вот. Ого. Даже попрыгунчики есть и ходули. А, даже ходули да, есть? Да, высокие такие. Прикольно. Я не видела. Ого, здорово. А расскажи еще, пожалуйста, про учебники, про, ну, есть отличия там от, ну, хотя да, наверное, от белорусской школы в любом случае есть, потому что это же финские учебники. Ну, расскажи, как тебе вообще? Мне хорошо. Там сначала, когда, например, не знаешь финских цифр, тебе дают такую тетрадочку, где там учишь цифры, а потом тебе дают другую, где там ты уже учишься. Угу. Ну, как тебе удается читать? Да. Ну, хорошо, я знаю, что ты уже, учитель тебя очень хвалит, что ты уже даже можешь читать, пусть даже не понимаешь значения слов, и уже пишешь, потихонечку списываешь. А скажи, пожалуйста, вот в завершение видео, что тебе больше всего вот за этот период запомнилось? Волновался ты? Как ты себя чувствовал? Нравится ли тебе ходить в эту школу? Я себя хорошо чувствую. Ходить мне нравится. Очень хорошая школа. Там рядом есть библиотека. Угу. Она от моего дома, ну, где-то 3 метра. Угу. Ходьбы. Ну, чуть больше, конечно. Да, 3 километра школа от дома. Да, библиотека где-то посерединке, в километре. Да, где-то посерединке. В 1,5 километра. Отлично. Ну, что ты можешь сказать подписчикам? Может быть, подумаешь над следующей темой, какая будет следующая тема видео? Можешь проанонсировать и про что ты в следующий раз расскажешь? Следующая тема будет где-то тоже тут в лесу. О чем? А вот о чем? Мы еще посмотрим, это секрет. Это секрет, отлично. Ну, как вы видите, мы снимаем с первого раза, ничего не корректируем, не исправляем. Степа рассказывает, как есть. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, ставьте лайки, да, как обычно говорится, заходите на канал, приглашайте друзей, делитесь ссылками, потому что у Степы здесь абсолютно новый опыт, как и у меня, как и у мамы. Поэтому до встречи на канале. Всем пока-пока. И, Стёпа, скажи на финском пока. Мой-мой. Мой-мой. Хей-па.